Цифровая торговля, экономический рост и создание новых рабочих мест – это, по мнению министров «Большой двадцатки», преимущество глобального подключения к интернету. Эту тему они обсудили в немецком Дюссельдорфе. Здесь собрались главы ведомств разных стран, отвечающие за развитие цифровых технологий. Встреча проходит в Германии, поскольку в этом году в группе председательствует Берлин. Конечно, цифровая революция всемирная. Тот, кто рассматривает ее только в национальных масштабах, уже делает ошибку. Страны Большой двадцатки договорились о конструктивном диалоге во Всемирной торговой организации по вопросу электронной коммерции и другим темам, чтобы содействовать цифровой экономике и торговле. Выступая перед собравшимися, министр экономики Германии сказала, что в ближайшее десятилетие весь мир должен подключиться к глобальной сети. В рамках нашего председательства в Большой двадцатке мы договорились, что к 2020 году подключение к сети должно быть у 1,5 миллиарда человек. Сегодня мы сделали дополнение. К 2025 году доступ в интернет должен быть у всех. Германия возглавит саммит Большой двадцатки в июле. Ранее Берлин заявлял, что хочет использовать свой статус в группе, чтобы подключить всех к высокоскоростному интернету, утвердить общие технические стандарты и создать обучающие программы.